Бюджетный вибропресс, который позволит выпускать более 90 видов изделий, включая дорожные бордюры в производственных масштабах. Это Refeirom 1000. Вибропресс Refeirom 1000 отличается высокими производственными характеристиками и низкими эксплуатационными затратами, а высокое качество выпускаемой продукции обеспечивается за счет применения ударной вибрации в процессе прессования. RAM 1000 также специализируется на выпуске дорожных бордюров длиной 1 метр по ГОСТ. Для оптимизации производственного процесса и увеличения производительности RAM 1000 комплектуется бетоносмесителями на 150 и 350 литров, ленточным транспортером длиной 3,5 метра, а также приемным бункером для самого вибропресса и модулем подачи поддонов. Стоит отметить, что даже сам вибропресс по умолчанию комплектуется пультом управления, маслостанцией, пуансон-матрицей и комплектом поддонов. А полный комплект позволит минимизировать ручной труд в процессе производства. В максимальной комплектации за 1 час работы RAM способен обеспечить выпуск 370 стеновых блоков, 60 бордюрных камней, а также 48 квадратных метров тротуарной плитки. Благодаря модульности всей линии и максимальной подготовленности к запуску отгружаемых с завода стройтехника модулей оборудования, организовать производственный процесс возможно всего за 2 дня. А низкие требования к квалификации рабочих позволят обеспечить бесперебойную работу при наличии всего 2-3 рабочих. Процесс производства достаточно простой и осуществляется с пультов управления. Подробные вариации схем производства представлены на экране. Refeirom 1000 отлично подойдет для производства мелкоштучных бетонных изделий в среднем объеме. За счет низкой стоимости оборудования и экономии затратной части производства RAM 1000 гарантирует быструю окупаемость в любом регионе, а качество получаемых изделий обеспечит высокую оценку конечного потребителя.